Всем привет! Сегодняшнее видео мне захотелось начать с таких осенних кадров с 1 сентября, когда мы провожали нашего старшего сына в школу. Ну а дальше по традиции вас ждет много мотивации на уборку. Точнее, я покажу вам свою практически ежедневную утреннюю уборку. Так что, кому интересно, давайте поскорее начинать. Свою сегодняшнюю уборку я начинаю со смены постельного белья. Конечно же, смена постельного белья у меня не входит в ежедневную уборку. Но вот что касается остального, что я сегодня буду вам показывать, это разбор горизонтальных поверхностей, пылесос, протирание пыли. Это я делаю достаточно часто, практически каждый день. Постельных комплектов у меня два. Сейчас я снимаю вот этот симпатичный зеленый комплект. Показывала вам в одном из видео, что я его приобрела совсем недавно. Очень он мне нравится. Кроме того, он классно вписывается в интерьер нашей спальни. И застилать я буду постельное белье из IKEA с такой ненавязчивой нейтральной расцветкой в бежевых тонах. Тоже очень люблю этот комплект. В зеленом комплекте с авокадо у меня простыня не на резинке, а обычная. И мне, конечно, каждый день простыню приходится заправлять. То есть простыня на резинке в этом плане удобнее, что резинка держит простыню, и она никуда с матраса не соскальзывает. Но мне настолько понравился вот этот комплект с авокадо, когда я выбирала, что я закрыла глаза на то, что там простыня на резинке, и подумала, что если что, я просто докуплю отдельно простыню. Кстати, напишите, пожалуйста, будет очень интересно почитать, вот какие комплекты постельного белья вы предпочитаете. С более такой нейтральной расцветкой, может быть, даже однотонный, или все-таки вам нравятся комплекты с какими-то рисунками, с цветами. Лично у меня все по настроению. Я, наверное, одинаково люблю как однотонные комплекты различных расцветок, так и комплекты с какими-то рисунками. Но единственное, наверное, все-таки я при выборе предпочту рисунок какой-то такой более геометричный, чем какой-то такой аляпистый с цветами. Я в последнее время, когда застилаю постельное белье, пользуюсь такими скрытыми невидимыми булавками, чтобы прикрепить уголки одеяла к пододеяльнику. Тоже показывала уже в нескольких видео, но, может быть, кто-то не видит. Очень нравится, что с помощью этих булавок одеяло никуда там ходуном не ходит внутри пододеяльника. Это особенно актуально, если у вас маленькие дети, если они часто приходят к вам на кровать. Так что, думаю, у кого есть дети, меня поймут. У нас здесь на этой кровати одна подушка ортопедическая из IKEA. На ней сплю я. Я просто после ортопедических подушек ни на каких других не могу спать. И вторая подушка уже обычная. Когда я в одном из своих видео рассказывала, что я сплю только на ортопедической подушке, многих зрителей это удивило, потому что как-то наоборот не любят эти подушки, но вот я могу спать только на такой подушке. Постельное белье заправленное, и сейчас буду все застилать пледом. Хотя, знаете, на самом деле, вот эта красота у меня очень ненадолго, буквально на 5 минут, до прихода одного ребенка или обоих детей в комнату. Но как-то все равно я все красиво застилаю, расставляю, чтобы хотя бы несколько минут насладиться этой чистотой и красотой. Периодически меня посещают мысли о том, что вот, наверное, у тех, кто живет в своем доме и у кого спальные комнаты расположены на втором этаже, таких проблем нет. То есть дети, скорее всего, редко прибегают в спальню родителей, и ты утром можешь застелить спокойно постель, и до вечера она у тебя будет в таком состоянии. Но поскольку мы живем в двухкомнатной квартире, не очень большой, то, конечно же, дети прибегают в нашу спальню. И, кроме того, здесь стоит телевизор, где они смотрят мультики либо один раз в день, либо два раза в день. Поэтому, да, в течение дня, конечно же, мне постель приходит поправлять, не знаю, раз 10, наверное. Я уже начала пылесосить. Вот сейчас, на самом деле, я пылесошу практически каждый день, потому что очень много у нас какого-то сора, шерсти, и все это нужно собрать. Иначе, если я вижу, что собирается все в какие-то клубочки, шерсть с пылью, меня это начинает просто раздражать, вся грязь. Поэтому, да, стараюсь пылесосить в первой половине дня, пока старший сын в школе, быстренько пылесосить и в течение дня, чтобы было чисто. Что касается мытья полов, с этим у меня, конечно же, реже. Как-то мне на это не хватает времени. Но вот что касается сухой уборки, собрать всю пыль, сор пылесосом, то это как-то у меня всегда в приоритете. И в последнее время я все чаще пылесошу обычным своим проводным пылесосом, хотя вертикальный пылесос у меня тоже стоит, и он, как выяснилось, тоже достаточно мощный у нас. Единственное, там нужно почистить фильтр, и он снова будет в работе. Здесь я вам показываю, что у меня сейчас происходит в большой комнате. В общем, здесь какая-то свалка из пакетов. У меня периодически старший сын любит развлекаться вот так вот с пакетами. Чуть позже вставлю кадры его игры. Напишите, пожалуйста, вот у вас дети любят так играть с пакетами? Потому что у меня вот старшего ребенка пакеты просто притягивают как магнит. Я не знаю, может быть, это он мумию изображает. В общем, сейчас вам вставлю кадры, все сами увидите.
Вот такие дела. Так что да, сейчас я буду все эти пакеты собирать, убирать, потом пылесосить. И обязательно это нужно делать, пока ребенка нет дома, потому что если бы он видел, что я это все собираюсь выкинуть, конечно же, он ни за какие ковришки бы мне выкинуть эти пакеты не дал. Помимо пола в большой комнате я обязательно пылесошу здесь диван, потому что у меня старший сын с котом здесь постоянно лежит, здесь очень много шерсти. Плед я здесь либо просто поправляю, либо если он загрязнился, я его отправляю в стирку. Ну, в общем, стираю я его тоже достаточно часто, но сегодня я его в стирку отправлять не буду. Сегодня я его просто встряхну и красиво, аккуратно застелю на диване. И, как уже неоднократно говорила в своих видео, обязательно пылесошу кошачью лежанку. Я заметила, что если ее не пылесосить каждый день или хотя бы через день, то там просто скапливается огромное количество шерсти, поэтому я никогда не обхожу ее стороной, стараюсь пылесосить и вот эту подушку внутри лежанки, и сами бортики, и даже лежанку с обратной стороны. В общем, да, не понимаю, как ее можно не пропылесосить. С полами я закончила, сейчас я хочу протереть зеркала на зеркальном шкафу. У меня уже, честно говоря, поджимает время, нужно идти забирать ребенка в школу, но я хочу успеть протереть зеркала на шкафу, успеть протереть телевизор и собрать пыль на поверхностях хотя бы в спальне. Зеркала и телевизор я протираю с помощью средства от Master Блеск. Средство для протирания стекол и зеркал, очень оно мне нравится, а пыль протираю обычной тряпочкой, смоченной водой. И сейчас я приступаю к тому, чтобы сложить постиранное высохшее белье. У меня здесь накопилось, по-моему, две стирки, вещей немало. Помимо того, что мне нужно все сложить, еще какие-то вещи, особенно черные, темные вещи, футболки, носки. Я стараюсь пройтись липким вот этим роликом, потому что на многих вещах много шерсти. Я, честно говоря, не знаю, с носков, что ли, она попадает в барабан. У меня просто рука не поднимается просто сложить вот вместе с этой шерстью в комод. Поэтому я обязательно со всех сторон прохожусь липким роликом и потом уже вещь складываю.
Ну что, с уборкой я закончила, и здесь я вам показываю, что у нас сегодня на обед борщ. В последнее время мы с младшим сыном до выхода из дома, то есть до того, как идем забирать старшего сына в школу, успеваем покушать. Не знаю, как-то я не выдерживаю после завтрака, очень хочется мне есть, поэтому мы с ним, как правило, обедаем и идем около часа дня забирать ребенка в школу. И, ребят, здесь в один из дней, точнее, тоже утром, у меня случился такой очень приятный сюрприз. Он, конечно, был ожидаемый, но все равно очень-очень было приятно. В общем, мне курьер принес вот такую посылку, и распаковать ее я хочу вместе с вами. Друзья, хотела вам показать вот такую классную содержательную посылку, которую мне прислала корейская косметическая компания Style Korean. Вы знаете, мне периодически предлагают прислать какие-то продукты на обзор, но чаще всего я отказываюсь, особенно если я этим не пользовалась, что-то не пробовала. Но это был совсем другой случай, потому что корейской косметикой я активно пользуюсь, и я неоднократно вам рассказывала об этом в своих видео. Так что я с удовольствием приняла предложение Style Korean. Кроме того, мне очень понравилось, что они не только сами выбрали продукты, которые мне пришлют, но и предложили также некоторые продукты выбрать мне самой. И я, конечно же, в первую очередь выбрала те средства, которыми я активно пользуюсь. Мне очень нравятся средства от Елизавека. Вкратце расскажу об этой компании. На рынке они уже около 10 лет и занимаются продажей не только уходовой косметики, но и декоративной косметики. И на их сайте вы можете выбрать косметику различных корейских брендов. До того, как мне прислали посылку на обзор, я активно пользовалась косметикой Елизавека. И неоднократно вам показывала, рассказывала об этом в своих видео. И даже у меня было видео, где я устраивала конкурс и разыгрывала как раз два продукта от Елизавека. Это вот такую сыворотку с гиалуроновой кислотой, но я думаю, она не нуждается в представлении, потому что очень многие ее знают. Эта сыворотка очень популярна, классное средство. И второе средство, которое я разыгрывала, был тоник тоже от Елизавека. В этот раз я его не заказала, потому что у меня еще он стоит целый. И не откладывая в долгий ящик, я решила в тот же день протестировать несколько средств. И начала я с вот такой пенки для умывания от Елизавека с экстрактом улитки и золота. Первое, что мне очень понравилось, это ее большой объем. И при том, что для образования обильной пены нужно совсем немного ее взять. То есть мне этой пенки хватит на год точно, а может быть и больше. И второе, что мне понравилось, это то, что она очень классно очищает. Вы знаете, буквально до скрипа. Вытираю я лицо всегда бумажным полотенцем. Я уже тоже как-то это рассказывала. И очень рекомендую тем девушкам, особенно у кого проблемная кожа, тоже так делать. Потому что все равно обычным полотенцем мы можем вытереть руки, мы можем вытирать им не один раз руки, лицо. Поэтому для того, чтобы вытереть лицо, я советую брать одноразовое бумажное полотенце, чтобы там не было никаких микробов, чтобы оно было чистое. Я так делаю уже достаточно давно, не знаю, наверное, года 3. И сегодня я также решила протестировать пузырьковую маску для лица с экстрактом глины, тоже от Елизавека. Очень хотела ее попробовать, поэтому тоже сама ее выбрала. Это, можно сказать, уникальная разработка компании Елизавека, потому что много есть похожих масок, но вот именно оригинальная маска — это именно маска от Елизавека. Ее нужно как можно быстрее нанести, потому что она начинается так вот пузыриться, пениться. Такой очень необычный классный эффект. И вы знаете, можно наносить совсем тонким слоем. Я, поскольку пользовалась первый раз, с непривычки нанесла таким достаточно толстым слоем, потом замучилась смывать. Вот так маска выглядит на лице. Очень, конечно, смешно смотрится. И ощущения, конечно, такие очень прикольные, необычные. И после того, как вы нанесли, подождали 3-5 минут, можно еще массирующими движениями
как бы ее втереть, и потом уже можно маску убирать. Я в этот раз смывала простой водой сразу, но на будущее так на заметку себе взяла, что лучше ее сначала снять салфеткой, а потом уже смывать. И также сегодня я решила протестировать средство от Pyankang Yul. Вообще, этот косметический бренд разрабатывает средства для чувствительной кожи, для кожи, склонной к аллергии, к каким-то кожным заболеваниям. И у меня, на самом деле, кожа очень чувствительная, у меня часто появляются какие-то покраснения, поэтому я с удовольствием протестирую эти средства. Сегодня я нанесла тонер, крем для глаз и увлажняющий крем. И потом я увидела, что в наборе у меня еще была увлажняющая сыворотка, но в этот день я не успела ее протестировать. И вот сейчас я уже монтирую видео и озвучиваю спустя пару дней, и каждый день я пользуюсь этими средствами, и уже могу сказать, что они мне подошли, они мне очень нравятся, поэтому и дальше буду продолжать ими пользоваться. Ссылку на Style Korean я обязательно оставлю внизу в инфобоксе под видео, так что заходите, выбирайте, смотрите. И вы знаете, мне кажется, это будет приятный подарок не только себе любимой, но и вашим близким, вашей подруге, маме, бабушке. Потому что, вот смотрите, да, они присылают все в таких классных, симпатичных коробочках. Все очень здорово упаковано. И мне кажется, любой женщине, девушке будет приятно получить такой подарок. Так что, конечно же, я очень рада, что открыла для себя этот сайт, на котором представлены, наверное, все бренды корейской косметики. И теперь я точно знаю, где можно заказать свои любимые средства. Друзья, на этом буду с вами прощаться. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. У меня в этом видео было собрано, мне кажется, всего понемножку. Да, я вам постаралась показать. Но надеюсь, что вам интересно было смотреть. Желаю всем отличного настроения. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.